ну, да, как бы в театре, давайте вы, как будто вы актриса, у вас закончилось выступление, и вы должны сделать так, чтобы мы вам, ну, поаплодировали. Мы будем добрыми такими зрителями. Это сложное задание такое, давайте. Мы будем... Ну, поскольку на сцене вот эта сцена, да, так, да. Понятно, хорошо, ладно, это подружка придумала хорошо, ладно, не очень сложно, мы будем, да, с добрыми зрителями, какая задача? Чтобы, ну, Наталья, Татьяна, что мне нужно сделать? Чтобы мы вам зааплодировали. А, все, что угодно сделать, чтобы мы зааплодировали. Мы зрители, мы в конце спектакля, мы хотим очень аплодировать актрисе. И мы хотим... Да. Вас поблагодарить за ваше выступление. Сделайте что-то вот, все, само собой. Все, что угодно делайте. Все, что угодно делайте, заставьте нас аплодировать вам. Да, как это заставьте, если спектакль закончится, и вы... Ну, типа, нет, ну хорошо, не закончится спектакль. Вот он идет. Да, и ваша задача сделать так, чтобы мы вам аплодировали. Задача сделать, чтобы мы вам аплодировали. Все, задание началось. Ну, упражнение началось. Давайте, начнем. Спасибо вам.